Добрый день! Добрый день, земляки! Здравствуйте, дорогие ветераны! Здравия желаю на служащие армии Донецкой Народной Республики. Вы знаете, завтра для нас, для всех, великий праздник, святой. Завтра отмечаем 9 мая, День Победы. Для нас это вдвойне святое место и вдвойне, наверное, святой праздник. Это место для нас свято тем, что здесь когда-то наши предки отстояли нашу землю от фашистской чумы. Здесь когда-то наши земляки сражались и умирали за то, что эта чума второй раз не пришла на нашу землю. Два раза мы здесь сломали хребет врагу. Здесь полегли тысячи солдат советской армии. Здесь погибали наши братья, соседи, родные, отцы, мужья. И подвиг этих людей никогда не будет забыт. Он будет всегда жить в наших сердцах. Я предлагаю почтить минутой молчания светлую память тех людей, которые погибли, защищая нашу Родину. Дорогие друзья, сегодня наша страна живет, строит, убирает хлеба, воюет. Сегодня наши дети ходят в школы, в институты. Мы убираем хлеб, добываем уголь. И в то же время наши братья, наши дети, наши отцы стоят на фронте и защищают нашу мирную жизнь. Вы знаете, ни одна страна мира не перенесла то, что перенесла Донецкая Народная Республика. Нас не сломили. И нас никто никогда не сломит. Каким бы силен ни был враг, кто он вообще не был, любой враг должен помнить, что Донбасс непобедим. И я уверен, так же как уверены и вы, наша страна будет жить ради будущего наших детей, наших внуков. Мы будем процветать на зло всем врагам. С праздником! Вечному огню.